Это программа «Утренний фреш». С вами Влада Васильева. Начинаем новый день с хорошего настроения. В этом выпуске вас ожидает масса интересной и полезной информации. Ставьте чайник, заваривайте кофе. Мы начинаем. Ну а сейчас о погоде. На территории Гомеля и Гомельской области прогнозируется облачность с прояснениями, без осадков. В течение дня возможен туман. Воздух прогреется всего до 10 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 3 метров в секунду. И не забудьте захватить головной убор. К вечеру начинает уже холодать. Мы знаем, что каждый день хранит в себе важные события. Когда-то был изобретен самолет, а когда-то компьютер. Важные факты можно отыскать в каждой дате для расширения кругозора или любопытства. Перелистываем наш календарь на 3 ноября. 3 ноября 1957 года на орбиту Земли был запущен «Спутник-2». Космический аппарат впервые вывел в космос живое существо – собаку Лайку. Агрегат выполнил поставленную задачу – совершил 2570 оборотов вокруг Земли. Эксперимент подтвердил, что живой организм может пережить запуск на орбиту. А первыми зверюшками, благополучно вернувшимися из орбитального космического полета, были собаки Белка и Стрелка. Примечательно, что советские ученые в те годы выбрали для испытания собак американские обезьян-шимпанзе. Давайте же посмотрим небольшой видеосюжет о четвероногих героях-космонавтах. Самая опытная уже 2 раза отправлялась в суборбитальный полет. Правда, она ждала потомства, поэтому ее сделали дублером. У мухи кривые лапы, и это плохо бы смотрелось на фотографиях, которые, как ожидалось, должны были произвести фурор во всем мире после запуска. В итоге на мухе отрабатывали работу датчиков. А космонавтом стала Лайка. 3 ноября 1957 года ее поместили в специальную кабину, прикрепленную к спутнику. Аппарат находился под головным обтекателем ракеты-носителя. В системе здравоохранения Гомельской области делают все возможное для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Подготовка ко второй волне COVID-19 идет быстрыми темпами. Так, в стационарах региона проведена активная работа по организации дополнительных точек подачи кислорода, сообщили в Главном управлении здравоохранения облсполкома. О готовности к новой волне коронавируса сегодня в ток-шоу «Главная тема». Ведущий Александр Говейко и гости в студии будут говорить о том, что уже предприняла медицина и к чему призывает каждого из нас. Эффективны ли вакцины против гриппа и как защититься от возможных вирусных рисков? Сегодня это главная тема. Об этом и не только смотрите сегодня в 19:20 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Это «Утренний фреш». И далее по эфиру рубрика «Есть вопрос». Сегодня адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. Внимание на экран. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули и брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей, каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, в суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры, касаемо раздела самих нажитого имущества, должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение 3 лет с момента, когда лицо узнало либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь соглашение
разделе совместно нажитого имущества соглашения о детях, соглашение об оплате алиментов может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов, и здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязка идет у нас не к средней заработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. И она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей, 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов либо в соглашении о детях. Осенние каникулы – это повод прийти в Гомельский ГЦК на увлекательное и весьма интересное мероприятие. 4 ноября в 14:00 гостей будет ждать интеллектуальное развлекательное шоу. Это отличный предлог потратить свободное время с пользой и удовольствием. А 6 ноября организаторы программы под названием «Мир игр» предлагают вместе с куратором отправиться в удивительное путешествие, где ребят будет ждать множество эстафет и заданий. Возраст участников 8-10 лет. А разбавить дни веселым смехом и впечатляющими фотографиями предлагает интерактивная выставка «Дом великана». Вы окажетесь в пространстве, где все знакомые предметы увеличены в десятки раз. Диван размером с грузовик, тюбик зубной пасты размером с кровать. А в банку сгущенного молока легко забраться целиком. Поверьте, дети будут в восторге, ну а и взрослые пополнят свою фотогалерею забавными кадрами. Экспозиция расположена в картинной галерее Гавриила Ващенко. Не пропустите. А в целях культурного просвещения предлагаю вам посетить выставку под названием «Мои друзья» – картины галереи Гавриила Ващенко. На ней представлены работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам – Пабло Пикассо, Марко Шагалу, Амедею Модельяне и другим. В данном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы, удивится игре фантазии и яркости световой мозаики. Кстати, наша талантливая коллега открыла свою выставку в Музее истории печати и фотографии Гомельщины. Экспозиция под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Model Talking» Томаса Андерса в городе Кобленц. Гости музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступления. В кадре Томас Андерс, Ани Лески и многие другие. Друзья, у вас все-таки есть уникальная возможность окунуться в атмосферу музыки и увидеть не постановочные, а эмоциональные и живые кадры. Не пропустите. Смотрите на нашем канале сериал «Боцман Чайка». Немного о сюжете. В свой родной город Приморск из очередного рейса возвращается боцман Чайка. Холостяк, немыслящий жизнь без моря. Но на его беду пароходство издает приказ о том, что все холостые будут списаны на берег. Начальство ставит Чайке условия. Чтобы остаться на флоте, боцман должен за 2 недели найти себе жену. Как дальше развиваются события, включайте «Беларусь-4» в 20:25. Это был утренний фреш. Настраиваемся на рабочую неделю. Ну а погода пусть не влияет на ваше настроение. Будьте всегда на позитиве и оставайтесь на телеканале «Беларусь-4 Гомель».